собачек есть. Давай еще двоих собачек отправим. Даже троих. Вон еще сверху, видишь, много чуваков. Так, все, а здесь, в принципе, березка не нужна. Но мы здесь дальше... Дуда Плей. Всем привет, ребятки! Вы на канале Duda Play, мы продолжаем играть в игру Anti-Terrorist Rush. И у нас здесь есть в особых, посмотрим что. Давайте приобретем, я думаю, гранаты. 6 гранат и в арсенал зайдем. Так, кипарики. Тут еще что-нибудь собираем. Так, броньку. О, новая бронька будет, смотри. Вау, прикольная бронька. И пойдем дальше. В атаку. Так, бросаем сразу. Собачку зовем. И бросаем вот эти вот взрыватели. Так, собачка наша убежала. Давайте даже двоих собачек бросим сюда. Так, закончилось у нас, что ли? Ё-моё. Давайте, ножи пока есть. 3 ножа. Так, пёска, давай, беги быстрей. Так, вот еще. У нас еще один ножичек есть. Давай еще двоих собачек отправим. Даже троих. Вон еще сверху, видишь, много чуваков. Так, все, а здесь, в принципе, пёска не нужна. Но мы здесь дальше не отправимся. Так, заработали 9000. Так, в арсенале у нас что-то тут есть. Давайте посмотрим. Угу, кипарики собираем. Так, все, и по броникам. По броничкам здесь вот так пока что. Слабо. По оружию. Может быть, что-нибудь дособерем. Точно, новое оружие, ребята. Вау, это вообще какой-то автомат Калашникова, мне кажется, да? Все. Здесь все, поехали, значит, в бой. Посмотрим, как мы будем дальше сражаться. Да, смотри. Намного лучше стал стрелять. Так, вам гранатку, пожалуйста, и вам тоже гранатку мы отправим. Так, хорошо, давайте собачку. Так, ножи есть у меня. Сейчас будем вам ножами бросаться. Так, о, тут можно 3 собачки даже запустить. Давайте еще. И еще собачку. И еще. Ай, 2 собачки убежало. Так, а здесь, в принципе, собачки не нужны. Здесь не получится никак. Ёлки-палки. У меня еще 2 ножа было. Так, давайте эти денежки соберем. Ага. Собрали, успели, да? Так, в особый, что здесь? Давайте приобретем туда нож. Да, получше будет. Посильнее. И по арсеналу, по оружию. Что у нас здесь? Что можно собрать? Вот так. Вот так. Вот так вот. Так, ну и все здесь по кипарикам. Так, здесь не сильно много кипариков. Так, по бронькам. Вот этот бронь и все. Здесь все. Поехали дальше. Так, гранату сразу бросаем. Так, можно сразу пёску. А, в принципе, пёску можно вначале не это самое, не звать. А вот сейчас можно сразу троих. Так, слишком я рано закинул. Так, ножи. У нас еще куча ножей есть. О, давай этого. Так, сразу 2 собачек. О, сейф. Сейф, это очень даже хорошо. Так, вот у нас. В этом месте, да, у нас тяжело. Тяжело в этом месте у нас, ребятушки. Так, давайте откроем сейф. Что там в сейфе будет, интересно. Смотри, какой сейф. Он все мощнее. А куча денег мы получаем. И шапочки. Заходим в шапочки. Ага. Так, красный берет. О, новый. Противогаз, что ли? Нифига. Я такой первый раз вижу. И по бронежилетам. Так, вроде бы все здесь по бронежилетам. Ладненько, отправляемся дальше. А в особое это сейчас зайдем. У нас 25 тысяч есть. Ну, давай возьмем, знаешь что? Давай гранат. Ой, гранат. Гранаты вообще хорошо. Собачек больше не будем покупать, потому что они здесь без толку в некоторых моментах. Я не знаю, что мне делать с этими собачками. А граната, она всегда поможет, ребят. Ой, давай собачку направим сюда. Так, у нас куча там собак есть, давай это. Мне не жалко собачек. Так, ну все, вот в этом месте мы остаемся с собаками. А чё делать? Собаки просто убегут, если их сейчас отпустить. Так, ну здесь просто никого нет, я тоже... А, собачки, смотри, не активны. Ладненько. Прошли мы уровень. Да, было нелегко его пройти.
В арсенал зайдем, посмотрим, что здесь по оружию. По кипарикам. Давайте соберем кипарики. О, нормально, по бронежилетам. Может, какой-нибудь бронежилет мы получим, получится открыть. Так, давайте. Так, пятерочки, троечки, шестерочки, семерочки, восьмерочки, девяточки. Так, ладно. Мне надо еще пару сейфов бы открыть. Ох, нифига, что это за гранатомет у меня появился. Такой первый раз вижу. Чё. Хорошо. О, какие-то террористы, смотри, у нас появились, да? Ну да, давай собачку сразу сюда. Ножи есть, ножи у нас, ребята, есть. Так, а ну-ка, давай, пес. Куча псов я отправил. А, к сожалению, они вот здесь ничего не могут сделать, песики. Ё-моё, смотри, как они меня мочат. Все, размочили. Этот вообще какой-то, я не знаю, что за чувак в бинтах стоит и стреляет меня фиг знает с чем. Ракета, смотри, ракета. Нифига себе, урон 500. Стоит 20 тысяч. Ну, давайте еще купим ракет. Две ракеты. Нет, подожди, а количество ракет сколько? Три. Три ракеты, хорошо. В арсенале. По оружию мы собираем. Может быть... Нет, уже ничего не соберешь. Нет, показывает, что что-то можно собрать. Давайте посмотрим. А, вот эти вот собрать. Ну и все. Хорошо, отправляемся. Мне бы сейф, сейф, парочку сейфов. Было бы хорошо. Так, а что ж мне с ракетами это делать? Так, давайте пёску. Ой-ой-ой-ой, смотри, что будет. Так, здесь ракету. Да, всё, все ракеты я использовал. Ёлки-палки. Так, а ну что у нас там? Собачка убежала, да? Так, давайте еще. А, ну все, здесь смысла нету большого. Короче, пёску можно было не развивать сильно особо. Знаешь почему? Потому что вот такая вот ситуация, видишь? Ты ничего не сделаешь в этой ситуации. Так, давайте открываем сейф. О, вау, 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 денег прям много дают. Давайте, сколько у нас? 23 тысячи. Ракета стоит дофигища. Ладно, будем копить на ракету. Почему бы и нет-то? Это самая перспективная ракета. Так, скоро куча оружия нам дали. О, мы сейчас соберем новое. Нифига себе, какой-то французский автомат. Французский автомат. Так, и здесь мы... Что у нас? Калашников, пистолеты. Пистолеты, кстати, больше, я так понял, не выпадают. Давайте мы их уберем вниз. Сейчас в основном будут автоматы выпадывать. Майка, это тоже она уже не появляется. Здесь что можно собрать? Зелененькие вот эти вот, коричневые. Шестерочку, семерочку, восьмерочку. А, нет, вот смотри, маечка есть, появилась. Так, десяточка. Давайте вот девяточку сюда вниз, восьмерку сюда, пятерку. Ну, пятерочку сюда. Все. А, нет, смотри, особое, что... А, нет, нет, мы здесь ничего не покупаем. Мы сейчас подкопим деньги и купим еще ракеточек. Так, собачку. Так, куда-то я эти лимонки бросаю, что-то... В никуда. Давай, пёска. Нет, она сейчас убежит, а нет, что-то там кого-то... С кем-то там воюет. Хорошо. Так, давай. У меня тут ракета есть, ребята. Ракетку не хотите, а? Так, в этом месте что-то тоже, видишь. Собачка, она не особо нужна. А, нет, смотри, кого-то мы сейчас замочим. Давай, 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 убивать. Есть, взяли. Что-то мы успели взять. Какой-то сундучок. Давайте зайдем. Так, в особое. Давай, купим ракету. Четыре ракеты. В арсенале. Оружие можно. Давай, а что здесь можно собрать с оружием? Вот так вот. Вот так вот. И все. По одежде. Семерочка. Где? А ну тут семерочек нету. Где-то что-то еще здесь можно собрать. Давай посмотрим. Что у меня глаза разбегаются. А, вот эти вот соберем сейчас. Теперь вот этот. Теперь этот калаш остался. Нет, все, больше ничего здесь не соберешь. Поехали в атаку. Так, бросаем сразу гранатки. Так, давайте. Кого-то пёска моя кусает. Так, а ну-ка, что у нас тут? Давайте, у меня есть ракеты.
Вот еще есть ракета. Так, собачка. Нет. Собачка мне немножко в другом месте понадобится. Я не помню только где. Вот здесь, в этом месте. А, мы до этого места даже не дошли с вами, ребята. Может, какой-нибудь бронежилет я смогу собрать. Так, а здесь что? Давайте посмотрим. Что-то у меня тоже не вижу. Что можно собрать? Хотя горит, смотри. Вот эти вот, ребята. Те зелененькие. Вот сюда. 9-й, 10-й. Вот, новый бронежилет. Спасибо. Он вообще какой-то крутой. Крутой бронежилет. По кипарикам. Вот. О, и еще вот эту штучку. Какой-то шлем. Офигеть. Офигеть, ребята, офигеть. Сейчас посмотрим, как у нас защита. Новый автомат бы я бы еще получил. Было бы хорошо. Так, ну, в принципе, я что-то бросаю. Они уже все так уже нормально подбитые. Так, запуливаем ракеты. Так, давайте сюда. Ножичек сейчас подбросаем. О, давай, давай, пожалуйста. Есть. Мне бы добежать до тех чуваков. Вот в этом месте надо их помочить. О, давай, песок, быстро, быстро, быстро. Сейчас этого уничтожим. Так, ну какие-то денежки я получил все равно. Да, чуть-чуть дальше стали. Чуть-чуть дальше стали. Ну, пёску я не хочу. Давайте тогда нож возьмем. 9 ножей, все равно. Чем-то бросаться, но хотя бы ножами. Так, оружие. Может, новое какое-нибудь соберем. Оружие. Возможно. Может быть и нет. Скорее всего, нет. Не собрали. По кипарикам. Очки. Откуда очки взялись вообще, я не понимаю. Давно уже очки не давали мне. Так, ну здесь, в принципе, все. Бронежилетики мы собрали. Да, будем заканчивать серию, дорогие друзья. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нравится вам прохождение. Будем что-нибудь в этом роде играть. Так что не забывайте заходить на канал Дуда Плей почаще. Всем пока-пока!